В Якутске завершился чемпионат республики по волейболу сидя. За титул победителя боролись команды из районов Якутии и столицы. В матче за титул чемпиона среди мужчин боролись команды Амгинского и Сунтарского улусов. По итогам двух сетов с явным преимуществом победу одержала команда из Амгинского улуса. Среди женщин в финале сыграли команды Сунтарского и Намского улусов. Последняя оказалась сильнее. Напомним, решение разделить команды на мужские и женские было принято в этом году. Особенность еще чемпионата то, что мы положение этого чемпионата сделали как согласно положению чемпионата России.